небольшой видеообзорчик. Купили завод, называется Рифей Буран. Полностью автоматическая линия, работает 3 человека. Пока все вообще классно, все нравится. Делаем стеновой блок 50-30-20. Бордюра немножко наделали. Да. Короче, оборудование супер. И еще купили мы РБУшку. Тоже работает. Сейчас, пока миксер не грузится, потише, чтобы можно было записать. И ФБС-линию. Блин, огромное спасибо ребятам-монтажникам, которые приезжали, которые помогли собрать. Все четко. Жене большое спасибо. Он 2 завода нам этим помог. Без лишних слюней, соплей, все четко. Вообще молодчик. И Василию большое спасибо за линию ФБС. Пару слов так о заводе. Заканчиваем сезон, последние дни. Месяц как работаем, и все работает хорошо, слава богу. Вот дополнительно докупили поддонов, все у нас в рабочем режиме. Большое спасибо Рифею. Купили мы, значит, 3 линии. У нас и РБУ работает, и Буран работает. Сейчас. Заказали кровлю, стены. Буквально через 7-8 дней накроем его полностью. А вот так у нас выглядит РБУшка. Тоже все работает, все хорошо. РБУ работает с 5 июня. И для меня, например, неожиданно было, что мы столько сможем бетона продать просто у нас в месяц. В августе, например, 1500 кубов было. Июль был небольшой перебой. С цементом чуть меньше продавали. По бетону работаем, по заводу тоже. Дождь кончился, сразу начали. Еще раз большое спасибо Рифею. 3-4 месяца работает уже вот этот у нас РБУшка. Пока вообще никаких нареканий к технике нет. Все это вот так вот бывает, попадается там и мусорок, но нас все устраивает. По крайней мере, пока. Легко разобраться. Ребята у нас все поняли, как настраивать технику. На этой линии 3 человека. Полностью автоматика, все справляются.